В выходные началась заявочная кампания на отдых в детских лагерях. В Чебоксарах пункты приема заявлений открыты во всех школах. В одной из них побывала наша съемочная группа. Татьяна Чермакова своего 11-летнего сына в лагерь отправляет уже в четвертый раз. Приходим утром в 8 утра и вот проходим, получаем. Я, конечно, хотела в солнышко, но в солнышко у меня не получилось, уже мест нету. Пока записались в санаторий «Надежда». Весь процесс занимает всего несколько минут. Выбрать можно любой лагерь и смену. Определиться родителям помогают операторы. Запись проходит в режиме онлайн. Мы просто пришли спокойненько, ну, как, естественно, конечно, в порядке очереди, по списочку, ну, записались, значит. А такого, что ажиотажа, чтобы вот прям, вот, знаете, там в драку, извините, в ругань, в скандал, у нас такого не происходило ни разу. В этом году по льготной цене смогут отдохнуть более 5000 детей. В первый же день оформили 4500 заявок. Жалоб не было, все работало в штатном режиме. Необходимые условия были созданы для родителей, которые находились в том числе на территории образовательного учреждения, стояли в очереди. То есть моменты эти все решались, и нарушений общественного порядка не было. Прием заявлений продолжается. В будни пункты работают до 17 часов, в субботу – до 14.